Южнокорейские технологии помогут оперативно доставлять почту казахстанцам. Об этом шла речь в Сеуле на встрече сотрудников национальных почтовых операторов Казахстана и Южной Кореи. В центральном отделении почты Сеула казахстанцев заинтересовали цифровые офисы самообслуживания, с помощью которых клиент может самостоятельно отправить и получить посылку. Две страны сотрудничают по внедрению цифровой доставки корреспонденции в течение 6 лет. Почтовая отрасль во всем мире переживает не лучшие времена. Количество бумажных писем в Южной Корее ежегодно сокращается на 5%. Число посылок, наоборот, растет. И такая же ситуация в Казахстане. А в нашей стране в отделениях почты работают порядка 22 тысяч сотрудников. Чтобы минимизировать сокращение штата, национальный почтовый оператор внедряет новые услуги. С каждым годом все больше людей покупают онлайн, и все больше посылок начинает там, с Китая приходить, с Японии приходить, там, с Кореи, с других стран. И в связи с этим у нас даже где-то нагрузка увеличивается. Поэтому те ресурсы, которые высвобождаются от работы с умирающими видами деятельности, мы их перепрофилируем на уже развитие и поддержку новых. С развитием электронной почты отправление писем в конвертах сокращается. Соответственно, сокращается и объем работы. Создана альтернатива с помощью увеличения доставки посылок и сервиса EMS. Наша основная задача – повысить уровень и объем работы. На сегодняшний день ведутся исследования для поиска новой услуги.